Добрый день, уважаемые жители города Кокштау и Акмолинской области. Я обращаюсь к вам с просьбой приходить на донацию крови. В силу известных причин пандемии COVID-19 количество доноров уменьшилось, а потребность в компонентах крови продолжается быть актуальной. С 5 числа сегодняшнего дня открываются все плановые отделения в многопрофильной областной больнице, в детской областной больнице. Поэтому потребность в крови и ее компонентах возрастает. Онкогематология, детство, родовспоможение, травматология, кардиология нуждаются в вашей помощи. Поэтому у меня к вам просьба, приходите в центр крови. Сдача крови у нас идет со всем соблюдением санэпид-режима, средства индивидуальной защиты, антисептики и так далее. Донорство – это почетная миссия, поэтому призываю вас всех проявить гражданский долг и прийти помочь жителям нашей области.